Основные направления деятельности органов транспортного контроля являются осуществление контроля и соблюдение нормативно-правовых актов, определяющих порядок функционирования автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, вида транспорта, выявление нарушений, принятие мер их недопущения, их пресечения. При этом одним из функций инспекции является оказание государственных услуг. Согласно закону Республики Казахстан о государственных услугах, услуги предоставляются, осуществляются в индивидуальном порядке по обращению услугополучателя, также соблюдение всех этих норм. Также указанные законы определяют следующие основные принципы, термины государственных услуг. Это равный доступ всех услугополучателей, недопустимость бюрократизма, подопечность, прозрачность в сфере оказания услуг, также прозрачность и открытость. Инспекция транспортного контроля Северо-Казахстанской области осуществляется 17 государственных услуг. Из них 7 услуг в сфере автомобильного транспорта, 7 услуг в сфере водного транспорта и 1 услуга, и 3 услуги, то есть в сфере железнодорожного транспорта. Из них 11 услуг на платном основе и 6 услуг бесплатно. Если взять отдельно, тогда в сфере автомобильного транспорта 4 это получается платные, в сфере железнодорожного транспорта 3 платных и в сфере водного транспорта 4 платных. Оказание государственных услуг осуществляется инспекцией транспорта в соответствии с утвержденными стандартами. В целях создания максимальных условий и прозрачности работы услугополучателей все эти услуги предоставляются в электронной форме. В электронной форме и одна услуга у нас получается на бумажном виде. С начала 2022 года и также за предыдущий год прошлого года замечания и также жалобы со стороны услугополучателей инспекцию не поступало. Нарушение закона о предоставлении государственных услуг фактов не зафиксировано. За текущий период получается было подано заявление 1635, из них было одобрено 1099 и 536 заявлений было отказано. При этом в сфере автомобильного транспорта было 1598 заявлений. На получение государственных услуг одобрено 1069. В сфере водного транспорта было 14 заявлений, 13 одобрено. В сфере железнодорожного транспорта поступило 25 заявлений, из них было 19 одобрено. Следует отметить, что выявление отказов по заявлению на получение государственных услуг осуществляется строгим в соответствии с указанными нормативными документами. Оснований не обосновано, отказов не было. Инспекции допущено не было. Отказы вносились по следующим причинам. Отсутствие оплаты, отказы согласования уполномоченным органам, непредоставление подтверждающих документов, сведений, информации. На основании этого были отказаны. Наиболее востребованным видом государственных услуг это является инспекция транспортного контроля на получение специального разрешения на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов, на перевозку опасных грузов 1-6 класса, и также получение свидетельства на маломерное судно. Как указывает выше оказанные государственные услуги, автоматизирован. Для повышения качества оказания государственных услуг инспекция транспортного контроля систематически проводится внутренний и внешний контроль за качеством предоставляемых услуг. Также целью повышения эффективности и оптимизации процесса оказания услуг осуществляется анализ и коллизии действующих нормативных правовых актов с последующим направлением предложений для их устранения.
для обеспечения доступности информации о порядке оказания государственных услуг размещена на интернет-ресурсах Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, а также на стендах инспекции транспортного контроля, специалистами инспекции разработаны пошаговые инструкции по подаче заявок и оказанию государственных услуг в электронном виде.